Ну, я хули... положили. Да, блядь, я Боре звонил тут, когда нахуй все пришли, мы давай, блядь, этих юристов военных искать. Кстати, тоже там по это поищи, обрисуй ситуацию, то, что погибло, нахуй, там, командир роты, нахуй, все офицеры, короче, и все, и что делать, как нам, нахуй, там, как поступать правильно. Нам нужно быть подкованными, понимаешь, потому что тут приезжают, нам пытаются что-то впарить, нахуй. Мы, конечно, их слушаем, нахуй, но нам кажется, что это что вообще... Что именно они пытаются? Хуета ебаная. Подкрепление какое-то ждем уже, сука, месяц, нахуй, подкрепление ждем. Вот. А боеприпасы-то что не привозят? Машины-то все равно приходят. Да потому что все ссут. Половина, блядь, вообще чисто, нахуй, духовно, блядь, сдались уже. Да. Страшно сильно, да? Да пизда. Ну, тебе говорю, мы бы сейчас вон в бэхе бы, блядь, сели бы, нахуй, съебались бы отсюда.